Всем привет, друзья. Утро следующего дня. Я уже отправил девчонок в школу сейчас, позавтракаю и на работу. Вот такой у меня завтрак. Чай с лимоном, вареное яйцо с майонезом, колбаска. И вместо хлеба печеньки. Хорошо. Ну а сейчас, друзья, я покажу вам, как я зарабатываю в интернете. Для этого есть сайт Avalon Technology. Мой вчерашний депозит сработал, и 130 рублей я заработал за сутки. Как обычно, я ставлю 10 тысяч, создаю депозит. Завтра на моем счету будет еще 130 рублей, потому что доходность от депозита на 24 часа 1,3% в день. Как только у меня на депозите накапливается рублей 500, я вывожу деньги через Kiwi кошелек. Но свой депозит можно поставить не только на 24 часа. Можно сделать вклад на 7 дней, на 14 дней или на 28 дней. Но я предпочитаю ставить на тариф 24 часа и получать каждый день 130 рублей прибыли. Поэтому для тех, кто хочет зарабатывать так же, как я и вместе со мной, я оставлю ссылочку на этот сайт в описании. Пожалуйста, заходите, регистрируйтесь и зарабатывайте на Avalon Technology. В общем, такая ситуация, что мне срочно надо долить масло. Масло уже на минимуме. А в кошеле я масло так и не нашел. Но подписчики в комментариях мне посоветовали съездить на рынок Ракита, типа это авторынок, там все есть. И вот сейчас я туда собираюсь съездить. Кроме масла мне также нужна АТФ-ка. АТФ-ка в ГУР, так как в ГУРе уже ниже минимума на сантиметр. Еще подскажите, АТФ-ка в ГУР. Зеленая, красненькая. Машина такая? Солярис. Какого года? 12-го. 53, да? Хорошая лада? Недорогой. Дорогой Шеврон, 350 рублей. Это там литр? Литр. Давайте. Короче, как подсказали мне подписчики, приехал на ракитовский авторынок. Тут без проблем все нашел, все купил недорого. Спасибо Антону, музыканту. Вот, короче, купил АТФ-ку за 350 и масло где-то за 600. В общем, нормально, сейчас сразу долю. Еще по дороге увидел рыбу, горбушу. Сказали, что с икрой. Похоже на самку. Ну, обошлась она 580 рублей. Посмотрю, если икра есть, значит, повезет мне. Лишь бы не усрать мне багажник. Так. Сильно, блин, не пролить, все попроливал. Одной рукой неудобно. Так, ладно, сейчас уровень проверю, пока АТФ-ку дарю. В прошлый раз забыл закрыть, вернулся, крышка на земле валяется. Я тут сейчас уровень проверю. Короче, уровень проверил, пол уровня. Походу весь литр сюда надо залить.
Что надо? Что надо там? Запаривается к Екатеринбургу, могу заблокировать. Все, никаких... Ну что, есть икра? Ваня, я что-то сказала, матная. Порежешь? Да, молоки. Молоки? Самец. Ах ты ж. Чё, и морда не помогла? Я имею в виду стайки там морозили, что там, голову, хвост. А, я вообще сейчас все заморозила. Потому что... Наверное, тоже могу хвост поставить. Хвост, голова, молоки. Я не знаю, куда. Тоже ладно. Что с рыбой там будем делать? Давай заморозим. У нас потому что пока борщ. Понятно, что плов. Заморозим. А что будем делать? Ну смотри, можно отдельно стейки сложить. Для, там, я не знаю, в духовке или на сковородке пожарить. Угу. Вот. Отдельная часть, вот где голова и всякие там с плавниками штуки, для супчика можно. Я их обычно штучки по две вот так вот складываю, чтобы они быстрее размораживались. Ну, ты по три складывай, потому что на троих же будем жарить. Да можно сразу две пачки достать, и там будет четыре уже готово. Ты же не ешь одну. Это мы с Яной по одной сидим, а ты-то две съешь. Да? Ну ладно. Так что... С картошечкой, с пюрешечкой, да? О, я люблю просто в чистом виде. Или с какой-нибудь стручковой фасолью. Ну, с овощами. Вот. Ну ладно, давай три вот положим. Тут мои пакетики. Собачьих какашек пригодились. А уха какая вкусная с головы получится. Угу. Ну да. Я в прошлый раз творила. Угу. Вкусненько. Только столько было комментариев по поводу того, что я все не так сделала. Я ее договорила, не туда положила. Рис зачем-то. Но, на самом деле было вкусно. Жижа. А на Новый год ты говоришь, куда туда? В Хвалынск можно съездить, да? Ну, может быть, не на Новый год. На Новый год там может быть ажиотаж, во-первых. Во-вторых, я не знаю. Там... Я, может, у зрителей сейчас спрошу, кто Давай. Был там. Расскажите, как там вообще. Сейчас Хвалынские термы. Хорошо ли там, какие там расценки, что там интересного есть? Ну там место красивое. Как очень. Туда добираться? Далеко ли это от Самары? Как называется? Хвалынский термин. Да. Ну там источники находятся, там горнолыжный какой-то курорт. Вот. Такое неплохое местечко. Просто туда можно было съездить, например, автобусным туром, но он, у меня все время работа. А летом там зимы нет. Смотри, три кусочка, да, вот да. пакет, а это вот остальное, это молоки один. И хвост, да. это на уху. Очень Высклизывать? Как в красотке, когда они там летали куда-то, она же там ела то ли устриц, то ли каких-то улиток. Она у нее вылетела, она такая скользкая козерка. В Самаре пошел снег под вечер. Или немножко потеплело. Пошли с Анной Юрьевной прогуляться. Посмотрим, что из этого получится дальше. Действительно, прям. Смотрите, не переключайтесь. Блокбастер. Вообще зашли в обувной магазинчик. Натуральная кожа. Это похоже, что все натуральное. Нет, там не натуральная. Мишка, вот это натуральная кожа, не подскажете? Масочка нужна? Да, да, да. Аккуратно.
Ну, скажите, это кожа натуральная? Нет, это эко-кожа, натуральная вот здесь. А только здесь, да? Вот. Да. Вот эти они Юре не понравились. Что-то мне не очень. Друзья, как пахнет Китаем. Ваня, зашел в китайский магазин, что ты пахнет? Как будто я в Хуанхэ. Хуанчжоу. Короче, мы разошли в магазинчик на дне, который у нас на районе. Вот так здесь. И всякая сувенирочка. Это вот это она в таком виде сейчас, да, до сих пор. Да. Надо будет заехать. Там рядышком будет. Не заехали. Это кто тут за пингвин арктический? Нахохлилась. Вань. Анютка. Ну что ты начинаешь? Когда так, а? Я говорю, поснимай, как красиво вот, у нас. Видно теперь. Смотрите, как вот красиво у нас в Самаре. Выпал снежок. Все машины занесло снежком. Говорю, Анна Юрьевна, давай хоть снеговика слепим. Да рассыпчатый снег, смотрите. Вот, видите, он прям летает. Говорю, вот, смотрите, прилипает. Кстати, смотрели ботинки, не успели купить. До 8 работал магазин. Уже они закрыли смену. Смотри, как светло стало, да? Да. Снег выпал, как будто прям день. Ну, не день, вечер. Ну да. Я шутил так, когда обычно не пришло. Ну что, друзья, опять посылка. Как вы думаете, от кого? Дед Мороза? Конечно. Ведь Новый год. Опять порадовал интернет-магазин «Василек», Ивановский текстиль. Видишь, не открывается. Это специально, чтобы потянуть интригу. Да? Тем же хочется узнать, что там внутри. Какое все красивое. Слушай, оно прям серебристое. Что, опять подушка? Мы с тобой скоро будем подушечными магнатами. Итак, друзья, подушка, магия, бамбука. Вообще. Большой размер. Антибактериально, гипоаллергенно, долговечное изделие. Вот это по-английски, не пойму, что это. Ну, двусторонний. Слиперс. Сон. Ну, переведи. Black and Side Slippers. Black and Side. Спать с двух сторон или вернуться. Набивка для тех, кто спит на боку или на спине. Ну, ладно. Итак. Подушечка наша стоит...
Сколько же она стоит? Не томи. 669 рублей. Мы, кстати, заказывали уже такую подушку, только в размере 50 на 70. А в этот раз заказали 70 на 70. 70 на 70. Бамбуковые разве заказывали? Да. У меня две подушки бамбуковые. Вот она, посмотрите. Беленькая, простеганная. Она такая очень легкая. Так. Для большой подушки нужны большие наволочки. А мне ли они сейчас поможет? Сейчас. Будем искать. В общем, вот, смотрите, где-то у нас тут были специально для таких подушечек вот такие наволочки. Называется жемчуг. Смотри, сколько она стоит. Наволочка Милан жемчуг. Стоит 354 рубля. Так, а материал называется поплин. Это такой тоненький, нежненький. И он очень приятен для того, чтобы на нем спать. Вот взяли вот такой нейтральный бежевый цвет. И еще там у нас была, по-моему, тоже 70 на 70. Но я надеюсь, что ее положили. Так. Где? А, вот она, смотрите, какая классная. Кстати, на картинке она совсем по-другому выглядела. Тут прям вообще. Мне нравится. Классная, да? Обалденный цвет. Ну, мы не будем сейчас скрывать. Давай. Пусть будет красиво, сложно пока. Платье Кристи, маракуйя. Угу. Ну, это платье будет идти как подарочек. Мы пока не скажем кому, потому что мы уже начинаем закупаться к Новому году. Стоит всего лишь 320 рублей. Да. Но расцветка, видите, какая прикольная. На сайте можно посмотреть, у них там полно всяких туник. И расцветки все такие яркие, насыщенные. Вот нам вот это понравилось. Итак, вот платье под названием Кристи Маракуйя. Оно достаточно коротенькое, но у него очень приятная ткань. Я не могу даже передать, это хлопок, но он такой плотный. Можно я тоже попробую? Да, прям приятный. Он не сильно тянется. То есть прям как платьишко такое полноценное, да? Кстати, на моем канале тоже я как-то показывала наподобие платья, заказывала прям себе. С гранатиками. Вот. Цена, главное, у него классная. Какая? По-моему, 320 рублей. Или около того. Ну да. Вообще. Супер. Так, выбираем. Так, не догадался. Это наволочки 50 на 70. Да, эти поменьше. Это на наши подушки, которые у нас уже есть. Это яблоневый цвет. А это звездное небо. Угу. И стоят они 50 на 70. 154 рубля всего. Очень красивая. И тоже ткань поплин. Хотя нет, вот это вот голубенькая, это бязь. Но разница особо не заметна. Хотя в цене чуть-чуть есть разница. А звездное небо 374 рубля стоит. И, кстати, две штуки. Угу. Вот еще одна. Угу. Ну, две подушки 50 на 70. Так, это простыня на резинке. Да, для Яночки. Называется Polytex сатин. Размер 140 на 200 на 25. То есть эта простыня натягивается на матрас высотой 25 сантиметров. Стоит она 886 рублей. Смотри, какая расцветка красивая. Там, кстати, такой выбор огромный. Мы сидели, смотрели, выбирали. В общем, решили остановиться вот на таком. Как раз серый, как я люблю. Так, что у нас там еще? Какие еще подарочки у нас там? Ну, это что? Это туника тоже. Такая вот с сердечками. Веселенькая. Основной цвет у нее синий. Ну и вот. Размер 54. Угу. Туника модель 245 называется. И стоит 364 рубля. Ну вот, мы же говорили, что там туник очень много. Разные рисунки, расцветки. Вот. Нам понравилось. В общем, смотрите, я вскрыла еще тунику, которая
R245. Такая вот она приятного синего цвета. Мне почему-то вспоминается сразу песня. Мой номер 245. На телогреечке печать. Смотрите, тут какие плечики. А внизу закругленные вот такие краешки. Ух ты. Я думаю, очень приятно будет ходить летом где-нибудь там на даче, во дворе. Ну, кто-то, может быть, даже просто на прогулку может надеть. Подарим потом. Что-то такое большое. Простыня на резинке. Такой же размер. Такой же размер. Но называется она бархатец Лео. Тоже из сатина. Угу. Сатин как-то он поплотнее, чем поплит. Поэтому для того, чтобы вот спать, использовать как простынь, я думаю, вот этот материал лучше подходит. Ну, стоит она тоже 886 рублей. Да. Но качество, я хочу сказать, просто идеальное. Ни одной катышки, когда стираешь, ничего никуда не размывается, не линяет, не пачкает. Прям отлично. Итак. Это я даже знаю для кого. Я пока не знаю даже, что это. Это костюм. Да. ТК-16. Угу. Короче говоря, это мы с сестрой. Как-то сидели вместе, смотрели. Я так долго-долго на нее смотрела, ну, а потом пролистнула. Вот, я решила, что подарю ей. Неожиданно. Костюм называется К-16 модель. Стоит 946 рублей. Вот. Так что, Надя. Ну, я думаю, она уже получит к тому времени, когда выйдет это видео. Конечно. Так что уже сюрприз как бы такой. Можно показывать. Ну что, друзья, я рискнула, открыла подарок, решила просто померить, так как этот костюм все равно идет в подарок моей сестре. Я думаю, она не сильно обидится, но зато вы тоже сможете оценить всю красоту этого костюмчика. Это чисто летний, для прогулок, для, там, я даже не знаю, куда, куда хочешь, туда и ходишь. Вот. Он состоит вот из таких штанишек. Очень так они обтянули. Это 44 размер, кстати. Хотя я ношу 42-й, поэтому если вдруг кто-то тоже захочет такой костюм, имейте в виду, что тут немножечко тесновато вам будет. Ну вот, а кофта с моим любимым вырезом. Вот с таким вот приятненьким, да? Классный? Да. Вот, и цвет классный, мне нравится. Он такой темно-синий, не черный. Так что проходите на сайт Василек. Там тоже такая туничка и штанишки. Тоже костюм, чистый хлопок, 100%. Называется он костюм Олимпийка без рукавов плюс бриджи. Это мне. Размер ты сказал мне? 44, конечно, милая. Там не было просто меньше размера. Стоит 686 рублей. Да. Попозже померишь? Померишь? Ну, а что бы нет. Отлично. Это же мне. Ну что, друзья, вот я. Принарядилась в костюмчик. Очень мне он нравится. Ну, такой строгий вообще, да? Я буду строго ходить с собакой гулять. В общем, смотрите, вот тут бриджики. У них есть кармашки. Олимпийка с короткими рукавами. Как раз летний вариант. Все на молнии. Тут какие-то эмблемы секты. Нет, это спортивное что-то. Вот, можно сделать вот так. Кругом. Ой, меня что-то заносит. В общем, вот так вот все это выглядит. Ага, можно повернуться. Можно уже, да? Разрешаешь? Можно просто вот так вот загнуть. В общем, носи не хочу. По-моему, огонь. Конечно, это же Василек. Любимый Василек. Отлично. Это же мне. Так, вот еще одна наволочка 70 на 70. Цвет жемчуг. Ну да, мы по две заказывали. 154 рубля сегодня. Да. Шорты мужские, темно-синие, размер 52. Это тоже в подарок
Стоят шорты, которые называются рекорд. Я покажу? 416 рублей, конечно. Я думаю, тот, кому предназначаются эти шортики, не обидится, что они будут распакованы. Потому что это наш родственник, с которым недавно Ваня имел честь познакомиться. Вот, смотрите, какие. Для домашнего использования. Вася, это тебе. Вот, ну они прям такие самые, то, дома ходить. Сейчас все будут в подарок. Так, ну и последняя навалочка, завершительная, завершающая, 50 на 70. Угу. Рисунок называется «Снежный орнамент», стоит 154 рубля. Да. Ну это тоже вторая парная. Друзья, вы видите, какие цены, качество отличное. Ну, я бы сказал, высшее качество, и сказал бы «Огонь» и «Пушка-бомба». Поэтому ссылку на магазин «Василек» я оставлю в описании под этим видео. Пожалуйста, переходите, покупайте. Самое главное, что там можно выбрать как себе, так и подарок. Я думаю, все будут довольны. Тем более сейчас, в преддверии Нового года, все мы хотим порадовать своих близких какими-то подарками. Угу. Но в наше сложное время, пандемия, кризис, не у всех так много денег, а интернет-магазин «Василек» как раз то, что нужно. И очень качественная продукция, и практически даром. Да главное, что для тела приятно. Все-таки. Очень приятно для тела. Вот я чисто в «Васильке» одет. Вот. И я? Носки, ну и трусы. Ну ладно, не показывай. Это все «Василек». И Анна Юрьевна тоже. Я не буду уточнять, но на мне все «Василек» сейчас. Все это носится, как видите, долговечно. Все это после стирки отлично выглядит, так же, да. как новое. Поэтому да, форма держит, не растягивается, не линяет. Магазин «Василек» в описании. Пожалуйста. Короче, смотрим кино. Грозно. Прикольный фильм.